Центризбирком утвердил состав окружных территориальных комиссий для подготовки к проведению выборов в местные советы. С вновь назначенными их членами встретились в областном совете. Постановление ЦИК ждали в облсовете до позднего вечера. Уже на следующий день членов окружной территориальной комиссии собрали на организационное собрание. Председателем назначен представитель партии регионов, заместитель коммунист, секретарь из Христианско-демократического союза. Комиссия составлена из 5 парламентских партий и 3 партии, которые выиграли в ходе жребия. Это значит, у нас социал-демократическая партия объединена, Украинская казацкая партия и Вильный демократ. Работать окружная комиссия будет в общественной приемной облсовета, а заседать в большом сессионном зале. Облсовет выделил нужную технику и телефонные линии. Есть выход в интернет, транспорт обещали, будет. На всякий случай членам комиссии напомнили об изменениях в законе о выборах. Вначале выдвижение по мажоритарным спискам, потом по партийным. В комиссии пообещали, документы примут и проверят. Потом можно начинать агитацию.